Так, вот техника наша стоит, стоянка наша. Вот стоит экскаватор, который интересует вас. Белка SR25 модель. Вот она получается. То есть она полностью сделанная. Крашена в родной цвет она. Сидушка не порванная. То есть тут все нормально у нее. Железные гусеницы с резиновыми накладками. Так он сухой весь. Потеков нет у него, получается. Сегодня у нас минус 12. Попробуем его завести и продемонстрировать. Так, вот его часы родные. Ну а так он хороший рабочий экскаватор. Двигатель у него все сухенько. Единственное, он немножко сейчас во льду. Но это мы сейчас его почистим, заведем. Так, вот мы его запустили.